Так, ну что, вот мы и добрались. Я добрался, у нас 340-й, давайте пройдем его, чтобы открыть все, что нужно. Это сложный уровень, значит, он простой. Кто здесь впервые, тот не удивляйтесь, это в этой игре странная система. Смешно. Ну что, давайте пройдем его. 4 этапа, 13 птиц. Выглядит проблемно. Мы уже не верим, это ведь не сложно. Так. Затем можно взорвать. Надеюсь, гвоздь отлепится. Но прилепится снова. Я ожидал это. Я ожидал, что это произойдет. Потому что свинки такие так и делают. Коснется ли или не коснется? Коснется. Это меня не касается. Сказал бы свинья какая-нибудь, но... Извините. Есть. Проблема, но... Опять строители. Ой, как все плохо, друзья мои. Строители — это не чудесно. Не чудесно. А, вот это... Вот это, да, взглянуть, что произошло сейчас. Забавно. Это строители распаковались, это чудесно тоже. О, и эти упаковались. Еее. Вот эти странные, слушайте, конструкции крестиковые, да? Крестикообразные, так называемые. Какого смысла они несут? Ну что, шансы есть, шансы высокие. Веселые, нет. Куда несем? Куда сбросаемся? Ну что, начнем сначала. Тогда разгвоздим, уберем это. Строители как раз убрались тоже. Используем мощного бомба. Говорю, несложно. Бандитов не было. Ну да, бандиты так постепенно появляются эти. О, какие бандиты! Волшебники. Ну, эти колдуны, так называемые, почти. И мы открыли что? Как вы знаете, после этого открывается пазлик. И бесконечной жизни. У-у-у. И мы получаем что-то нас. Ну, песок, слушайте, какой-то, да? Насыпали, нет? Хрень. Ну что, пойдем дальше или... Ага, ну давайте посмотрим вот это. Новый уровень скоро, это как будто... Вау, что это? Красиво. То есть нет. О, отдельная система уровней здесь. Ух ты, действительно. Что значит один? Может быть больше? Может быть больше, видимо. Итак, у нас ежедневный турнир, или какой там, еженедельный. Собирай перышки, ну-ну. Ну-ну. Да. Допустим, допустим. Ну что, заходим, что чем будет отличаться? Сейчас мы узнаем. Испытание, да, значит, ну не турнир-то. О, фон из первой локации, нормально так. А что есть такого? А ничего необычного, смотрите-ка, смотри перышки. Как смотри перышки? Где перышки? Их здесь нет. О, это уже первая локация, значит, не будет строителей? А? Или будут строители? Непонятно. Ничего не понимаю. Вообще глупо как-то, ничего не видно, непонятно. Что происходит, а? Я лично не знаю, что происходит. Да. И, конечно, я шучу. Так, уберем это. Первый этап несложный, допустим. Или он сбрасываться будет, когда только мы проигрываем? Вопрос. Или это уровни из предыдущих... Из уже пройденных эпизодов используются здесь? Это тоже может быть, друзья мои. Но я их узнать не могу, потому что они все похожи друг на друга. Поэтому пока только предполагаем. Мы получим одно перышко, да, значит, или что это? Или сколько? И у нас уже второе, да? Либо два перышка в награду будут даваться, или сколько? Нет, похоже, это уже одно. Игроки безымянные, как всегда. Что они тут делают? А, ну да, им тоже наплевать, как именно ставить. Игрок, какая разница, да? Какой смысл в имени? Если вы все равно не свое, можете поставить какой-то там одно из предложенных. Самолетики. Не помню самолетиков, кстати. А, это и горы, видите, да, уровни. Уровни разных тематик, значит. Значит, строители могут быть. Самолет. Вот самолетики я что-то не помню, друзья мои. Не помню. Были ли самолетики в тех локациях? Возможно. Просто я забыл.
во втором эпизоде-то? Хотя нет, вроде припоминаю, самолет вот или нет. Ну и ладно. Вот такое, значит, испытание, да? Испытание века. Не бойся, мы не только в испытании сейчас будем проходить. Сейчас немножко испытания, а потом продолжим третий эпизод. Вдруг что новое. Конечно, вряд ли, но вдруг что новое. Ну, конечно же, вряд ли. Что так сложно, слушай, уже сложный уровень пошел какой-то. Аэропорт. Или нет? Где гвозди? Здесь. Штучка еще тут. Может, припоминаю или нет? Скажите, помню я этот уровень или не помню его? Подскажите мне. Видите, это фигня какая-то. Что будет за проигрыш? Ничего? Самолет. Нет, этого точно не было. Столько версий прошло, до сих пор не исправили. Или это только не исправили на андроиде, потому что, вы же знаете, кажется, официальная игра вышла на iOS. О, получилось круто, ух ты. Из-за бага получилось, видимо. Мощный ряд, попрыгунчик, давай. Уже последняя птица, шутите? Я же думал, получилось, а оказывается нет. Ушатать надо бы сменил. Ну ладно, что там, жизнь не теряется за это? А, плевать. Так, то есть мы, значит, ничего не получаем за это, не проигрываем ничего. Давайте попытаемся еще раз, если нет, то извините. Вот вы, вот этот уровень четко запоминающийся, да, смотрите, если он был бы, я бы запомнил, наверное. Он не какой-то набор блоков, а вот именно... Ладно, будем предполагать, что этот уровень взят из эпизода, потому что все-таки новый уровень не подходит, вот не могут быть новые уровни. Здесь, не обязательно. Да. В общем, вопросов больше нет. Да, в общем, вопросы еще есть, конечно, но их мало. Такая вот штука. Бам! Так, ну в принципе, да. Этих забили, тех забили. Опять эта штука развалилась. Ну-ка, пинята может уничтожить тоже? Уничтожить себя. Чё, никто не погиб? Вы что такие? Ой, господи, свинья вот уцелела. Ну еще опять не конец, это опять не конец, да? Что здесь у нас? Вот это непонятный. Непонятно, почему он такой непонятный. Схватим и кинем. Свиньи посыпались, погиблись. И, в принципе, осталось все хорошо, если не так. И, ну, мы получили еще перышко, да, значит? Допустим. Давайте еще один для экспериментов. Посмотрим, ну-ка, что у нас. О, еще кто-то с именем появился, якобы. Так, что тут надо собирать? Это надо перышки собирать, или это нужно совместно с кем собирать перышки? Смотрите-ка, перышки. 210, это сколько нужно? Мне собрать сейчас, что ли? Один день остался, что? В общем, узнаем потом все это. Узнаем потом. Давайте снимем это. И у нас еще один уровень какой-то обычный, всего лишь. Ну, понятно, фигня какая-то. Ну, испытание, обычное испытание. Не испытание, обычный чемпионат, якобы. Проходи много уровней, успевай. Получишь бонус, если сделаешь. Если не получишь, ничего не получишь. И так далее. Как всегда. Ничего, да? Так эти вроде должны быть умелыми. Они могут взлетать вверх. Но они опускаются все ниже и ниже. Ну, тупые. Ну, давайте тогда кинем. Испытание, в общем, ничего полезного. Это, говорится, испытание, это если такой уровень нельзя перепроходить, поэтому вот вам перепроходить уровень вот таким образом, да? То есть все-таки можно перепроходить, но вот таким образом. Как бы. Ну вот, что это такое?
Унесет, не унесет это? Клетку-то не унесет. А почему? Вот еще по таким углом гадким смотреть, кто был плохой. Нет, неплохой, честно. А, что, где клетка? По обе стороны опять, да? Свинка, свинка, смотри, птичка, птичка. В смысле, клетка, клетка. Клетка спаслась. Но! Сможем мы, конечно же, нет, смотрите, потому что там свинья гадкая. Слишком, слишком низко. Ну и плевать, в общем, да? На этот уровень нам. Ну нет, не плевать. Плевать, закончим, раз уж мы эту фигню начали. Мы уж почти ведь прошли, да? Как будто... Ух ты! Оу. Давайте, глупцы. О, бонусы, птицы здесь тоже выпадают. Ну да, почему бы нет. Что-то сочетнулось, хотел сказать. Да что же за взрыв-то? Почему не производится? А, тихо, клетка, клетка. Бух. Да ёшкин котенок в носик вам. О, нет, только не туда. Далеко же. Хотя нет, стойте, вот так можно. Это ты ждёцкий уровень, этап. Вот он летит, летит. И все. Снова цифра белая, глядите, как птиц написано, количество. Большое почему-то. Так, давай свечка кидать тоже. Нет, свечок не кидабельный. Зато спасабельный. Можно ли попасть поглубже? Отчасти, отчасти. Вот так только, бах. И, в общем, мы можем, да? Или слегка можем только. Ну, можем, конечно. Давайте, вот такое вот испытание, да? Пройдено. Перышко опять получено. Нет, давайте прочитаем еще раз, что там написано, инструкция какая-то. Понимаете, этот все через бросится, как только турнир закончится, вот. Информация. Нужно с этими другими игроками собирать перышки, тогда будут открываться бонусы, что ли? Ну слушай, сколько перышек? Я думаю, 210, сколько вообще нужно? 210, это как вообще? Как можно успеть пройти? Или якобы сейчас сколько турнир тут длится-то? День 12 часов, это... Это он только что начался, либо он все-таки длится больше, я просто пришел под конец. Турнир начался под конец моего. Точно сказать нельзя, в общем. И сколько игроков всего? 5 написано, якобы. Ну, не знаю, игроки или фальшивые игроки это. Неважно, но в любом случае, отправляемся мы куда? Как выйти от этого? Друзья, мы как... Как выйти из... Я понял, друзья мои. То есть нового уровня больше нет. То есть действительно нового уровня больше нет. Или нет? Покажите мне хотя бы... Не покажите. Уровни. Видимо, слушайте, в той главе было всего 20 уровней в пустыне, да? И других уровней пока что нет. Это так ли это? Слушайте, это так ли это? Взгляните на это. То есть я прошел эти 20 и все, что ли? Назад меня не пустят? Похоже на то. Надо было жмать сюда, чтобы выходить. Видимо, нет. Вот что здесь испытание. Ну да, видимо, испытание открылось, потому что действительно уровня больше нет. Но в таком случае, да, как говорится, люди ждут обновления. Ну, я надеюсь, мы тут еще посмотрим. Ну ладно, тогда мы будем вот так делать. Ждем там новых этапов, если что. Раз уж так. Давайте, раз уж мы тут снимать начали, давайте испытание посмотрим дальше. Что там может быть попасться? Уровни из этой, из третьего не могут попасться здесь случайно? Могут, но почему бы нет? В смысле, потому что их мало, шансы упадутся меньше, очевидно, меньше. И вот таким образом мы можем перепроходить старые уровни. Да, ведь, или что тут у нас? Ну, конечно, да. Что же тут у нас еще, по-вашему? Вот. Если я мог вам показать эти 20 уровней, они были не такие уж сложные, то есть немножко уровней было действительно проблематичных.
Но то, что я прошел, в принципе, не очень сложно. Эти свинки не особо пакостные, вот эти, они глупые, которые колдуны, они всего лишь телепортируются куда-то на треугольничек и скатываются с него. Обычно. Застряли. Нет, бомба, давайте бомбом вытащим его потом. Ой, что? Они спаслись, что? Я уже... Во, хорошо, что я не кидал его туда. А что произошло, вы видели? Я тоже нет. Ладно. О, как все ужасно. О, я помню турень, кажется, когда-то я припоминаю. Или нет? Или я не помню турень? Вы не помните? Помню я или не помню турень? Кто из вас помнит, что я помню? Такая фигня. Ну вот, тогда, раз уровень не кончится, давайте я скажу что-нибудь об этой игре. Что я думаю, ну как сказать, что я думаю. Так-то играть приятно, но думаю, со временем надоест. Уровни вроде были такие вот на удачу, как всегда, да, сделанные. И что еще там можно сказать? Уровни про удачу, да, набор птиц на удачу сделан. Их всего 5, ну понятно. Хотя кто знает, вдруг добавят еще. В теории, на самом деле, вы думаете, нет, не добавят, потому что типа 5 птиц уже определились. Но могут вдруг что. Каких-нибудь новых постепенно, которые открываются с определенным уровнем. Ну, всякое может быть. Вот так могу сказать. Ну вот, тогда убираем этих гадов. Так, что за фигня, кстати? У нас только... А, птицы кончились. Кстати. Странная, на самом деле, игра все-таки, если даже подумать. Прикольно, но странная. Ну, в принципе, я все, что мог, уже рассказал, да? Все, что уже пока снимал прохождение, так и рассказал все. Все. Сколько нам дали? 30 минут. Давайте посмотрим. Сейчас время засечем, посмотрим, сколько мы сейчас нужно осталось пройти нам. Ой, все завалы, да. Какая чушь-то у нас. Опа. Не понял, чего вы не спаслись? Какова ваша причина? Ну, в общем, да. Гребец. Джонни. Ну, хотя бы необычно... Игра под этим новым целям, да? Новые цели. Новые... Помимо свиней, да? Новые свиньи. Ну, строители свиней, это интересные. Вот это... Вот эти прыгучие свиньи тоже забавные, если честно. А вот пружинистая свинья, конечно, да. Подсчитайте количество уровней, на которых встречается пружинистая свинья прыгучие. Их, кажется, меньше 20, я думаю. Меньше 20. Только так скажу. Почему он какой-то безумный? Что будем дальше дать о пустыне, как вы думаете? Будет ли в пустыне действительно так много уровней? Как нам написали, или это баг какой-нибудь? Вот и вопрос, думаете. Кстати, мы же можем читерить, это ведь мы уровни уже проходили, поэтому... Может, кстати, мы уже прошли уровень, здесь можно читерить. А? Давайте поврап использовать. Когда придет время. Когда я увижу фигню какую-нибудь, давайте используем что-нибудь. Допустим, красненький не в том месте, допустим, будет, да? Ой, будет хрень, да? Так, ну что. Бум. Читерить настало время.
Вот, допустим, сейчас фигня какая-то. Запускаем читы. Давайте, читы. Вах! Хм. В общем, да, позволяет ломать конструктор. Она все завалила, это на самом деле плохо, когда с шариками особенно, да? С шариками такое лучше не стоило было делать. Но мы так поступили. Ну вот, беда. Балбес. Черт, слишком коснулся. Так. Он в другую сторону, серьезно, поняли? Прикол. В другую сторону использовалось. Три птиц осталось, не печальтесь, это всего лишь три. Две, то есть, уже. Давайте опять читы использовать. Дождь из свиней. Не свиней. Это из пиги, вообще-то. И. Из пиги и. Будет так игра называться. Пиги и. И кто? И. А, красненький, да? Ну что, красненький? Ура, давайте снова читы. У, читы. Так откуда луч-то? О, луч. Надо убрать отсюда, во-первых, да? О, начитерили себе победу. Вот так играем, да. Получили пёрышко одно всего. Ну, вот такая вот игра, значит, да? Я не уверен, что я буду играть в это... Вот в этот режим арены. Да, смотрите, ну, мы получаем всего лишь читы. Ну и монеты, чтобы покупать жизни, если нужно будет. А вот 6 уже. Наверное, постепенно будет больше. Чем больше мы доиграем, тем больше игроков якобы. Опять сундуки, то же самое здесь, те же самые. Сколько всего тут может быть, допустим? 20, наверное, там тоже 20. Вот такая вот фигня. Давайте еще немножечко. Мы уже это видели уже, да? Ну, 22 эпизод нелюбимый, потому что в нем... Всего два новых объекта появляется. Да и все. Да что, я думал, они спаслись. Они не спаслись. Видели? Они словно освободились, но не освободились. Пиг! Палочка, думал, испугается меня. Смотри, трюк. О! То есть ты застрял все-таки? Нет, совместился. Он пролетает сквозь землю, нет, скажу тебе, какой-то прикол будет. Не пролетает сквозь землю. Ред пролетает сквозь землю иногда. Ну, словно, на самом деле. Я, кстати, в этот ролик, кажется, припоминаю, был такой. Был такой. Ну, неважно. Ой, я думал, нажму способность дважды. Нет, такого не бывает здесь. И красненький, красненького, давай его. А, то есть Ред все-таки действительно своей способностью не пробивает полностью этого свина. Давайте пройдем эту фигню. Раз уж вы хотите. А так, третий пока что забавный эпизод тем, что там эти свиньи забавные. И музыка, да, музыка, конечно, удивляет. Тут я музыку что-то не запоминаю, она такая себе. Но музыка, конечно, совсем не Angry Birds состоит, друзья мои. Странно, вообще не похоже на Angry Birds. Это то, что я могу сказать. Могу сказать я. О! Смотрите, прикол. Фум! Он может делать... влево, да, я так и думал. Вот это прикол, да? Может делать удар влево. Если подскочить от пружины, вот это, да. Вы не ожидали? Так, стойте, а что за фигня? А вот, ни фигни нет. А можем мы читы использовать, если мы что? Ну, серьезно, 20 уровней всего добавили, и это все, что ли? В третьем эпизоде. Ну, я думал, что больше будет. Ну, в общем, ладно.
Может, уже обновление вышло новое. А я не знаю об этом. Наверное. Ну, может быть и нет. В любой ситуации как-то так, друзья. Мы не берем черный, поздравляем. О, сколько? 6 минут осталось. Мы уже снимаем достаточно много, ладно. В таком случае все, раз третьего эпизода больше нет. Я думал, сейчас мы пройдем 20-й, а потом 321, в смысле, 340, потом 341, 342 и так далее. Да. А тут, оказывается, все так вот. Значит, вот почему доступно после 20-го, потому что больше нет. И то есть, когда новый уровень появится, испытание закроется, да? Ну, что сказать, тогда понимаю все. Увидимся. Когда увидимся? Ну да, выпустится новое обновление, тогда еще сниму я, обязательно. Но пока все.